Здрасте. Добрый день. Ой, сейчас, секундочку, я просто маленько некомфортно себе чувствую в такой позиции. О. Я думаю, так будет чуть получше, согласны? Ну, как скажете. Представьтесь. Меня зовут Дима. Родной мой город Запорожье, живу я в Киеве. Фокусник-иллюзионист, болтливый фокусник-иллюзионист. Наверное, так больше. Дима, а вы не в курсе мое отношение к фокусам? Какое у вас отношение к фокусам? Я не люблю фокусы. Я хотел бы вас пригласить на сцену, это возможно? А вы меня резать не будете? Нет? Нет, не буду. Понимаете, в распиливании есть одна проблема. Распилить не проблема, а соединить — это целая история. Я приглашаю вас на сцену. Давайте, ну что? Давайте поаплодируем, да? Не, ну на самом деле Дима рискует. Потому что те фокусы, которые могли бы пройти с Игорем, со Славой, могут не пройти. Дима, ты же в курсе, да, что винбоксер? Я это учту сейчас. Просто он не в курсе, что я бегун, поэтому... Спокойно. Вы знаете, в моей профессии нежелательно болеть, поэтому я как-то не связываюсь с боксерами, и поэтому... Болеть я стараюсь как-то в закрытых помещениях, чтобы не... Это не заразно? Не факт, конечно, но все возможно. Итак, я очень люблю курить на сценах. Иллюзионисты, знаете, это те люди, которые могут курить везде. Я курил на Волговой, курил... Ой, где только не курил. Скажите, пожалуйста, ну то, что вы боксер, это я уже понял. Конечно, в корне меняет половину моего выступления. Фу. Понимаете, мы уже с вами роднимся. Вы готовы меня терпеть, это хорошо. Не, не терплю. Ну, тогда не машите рукой, я смогу продолжить. Спасибо большое. Итак, у вас есть рубашка. Хорошая рубашка. Дорогая рубашка? Дорогая. Была. Ключевое слово, мне нравится. Итак, давайте сделаем простую вещь. Итак, здесь простая вещь. А руки дрожат. Да, конечно, боксеру рубашку пропали, если кто-нибудь дрожать. Скажите, пожалуйста, а вы добрый человек? Нет. Мне нравится прямо со Славой. Скажите, пожалуйста, умеете ли вы прощать людей? Нет. Дмитрий, это смертельный, я так поняла, номер, это, да? Как бы финиш моей карьеры, друзья. Да ладно, ну как я могу с боксером поступить плохо, друзья? Я всегда за то, чтобы все было хорошо, потому что с хорошими людьми должно быть все нормально, да? Молодец. Спасибо большое, прошу вас, проходите. Все? Да хватит с вас, с вами вообще опасно как-то. Все, да. Интересный факт, что дырка на самом деле симпатическая, проявляется недельки через две, но я тоже буду далеко. Я тебя найду. Можно музыкальную композицию? Я под ней буду говорить, ну, так как-то интересней. Попробуем создавать кулинарные шедевры силой мысли. Он в руке что-то уже было. Батон. А, бог с ним. Бог с ним. Говорится, номер сорван. Обожаю хлеб, потому что хлеб, как нам известно, всему голова. Хлеб – это вкусно, хлеб – это сытно. Трюк получился не так, как я хотел, но аппетитно. Ну, как-то все печально. Я люблю фокусы, если честно. Я тоже очень люблю фокусы. Ну и в этот момент идут спецэффекты. Спасибо. Все? Я могу, кстати, проголосовать. Я говорю нет.